Добрый день. Сегодня понедельник, 1 июля, и новый торговый месяц начинается с короткой недели. На этой неделе в четверг американские рынки будут закрыты по случаю празднования Дня независимости 4 июля. Рассмотрим, какая экономическая статистика ожидает инвесторов сегодня. Сегодня выходят данные по затратам на строительство, а также индекс ISM. Ожидается рост индекса ISM до уровня 50%. Во вторник выходят показатели по производственным заказам и данные по продажам автомобиля. Эта экономическая статистика будет влиять на движение американских рынков сегодня и завтра. В четверг американские рынки будут закрыты, Нью-Йорк Стак Эксчейндж закрыта. А на сегодня все. Вы смотрели InvestFTV. Всего доброго. До свидания.